Если вы уже стали партнером компании InfiniAI и купили один из пакетов, прежде чем запустить в работу свой пакет, вы должны зайти на страницу Springboard и заполнить определенный документ, который просит вас сделать компания. В этом видео об этом говорится. Вы можете его просмотреть. Затем опускаетесь ниже, и здесь видим три ссылочки. Откройте первый документ и прочитайте внимательно, о чем здесь говорится. Здесь защита и гарантия для партнера компании InfiniAI. Вы можете, например, это скопировать, вот весь текст, зайти на Google переводчик и скинуть сюда, и перевести, и ознакомиться детально. Это первое, что вам нужно сделать. Второй документ и очень важный, это двухсторонний договор с компанией InfiniAI. То есть вы должны здесь прочитать тоже внимательно условия, какие компания ставит перед вами. Вот тоже скопировать, пойти на Google переводчик, если не можете сами перевести на английском. И должны внимательно прочитать о том, что вы не должны делиться информацией о продуктах с конкурирующими компаниями или напрямую связываться с поставщиками компаний и так дальше. Вы должны все это внимательно прочитать и следовать этим принципам, если хотите работать в InfiniAI. И затем мы должны будем подписать его. Заполните и подписать. Для этого сначала нажимаете «Сохранить на дискету». Вот. В ту папочку, куда вы хотите. Ну, обычно легче всего рабочий стол. И затем нужно ее заполнить, подписать, поставить вашу подпись и отослать обратно в компанию. Вы, конечно, можете сделать принтаут, прочитать, подписать и опять загрузить и отослать. Но сейчас это очень легко сделать прямо в интернете, в электронном виде, поставить подпись. Итак, заходим на сайт PDF Escape, очень удобный сайт. Нажимаем «Выберите файл», находим файл в той папке, куда мы загрузили. Нажимаем «Открыть», ждем секунду-две, и наш файл загрузился сюда в редактор. Здесь нам нужно заполнить данные поля. Чтобы начать писать, вы нажимаете слово «Текст» и вписываете здесь ваше имя и фамилию. Здесь на английском вписываем ваше имя и фамилию. Иванов. Иван Иванов, например. Чуть ниже мы вписываем логин, который вы давали при регистрации на InfiniAI. Опускаемся еще ниже. Опять пишем Иван Иванов, то есть наше имя, фамилию, и следуем ниже. Здесь надо сделать подпись. Ну, давайте сначала мы напишем все, что касается текста, чтобы не переходить на другой значок, и потом в конце поставим подпись. Иванов. Здесь вы пишете адрес, к примеру, Russian, Москов, Московская, Street, 20 и ваш индекс 20345, к примеру. Затем вы вписываете ваш email, который вы давали при регистрации на InfiniAI, и ваш телефон с кодом. Все. Не забудьте поставить вашу подпись. Для этого мы идем в Freehand, ручка, где есть, и ставим нашу подпись, как умеете. Затем здесь слева нажимаем на зеленую кнопочку «Сохранить документ». Если у вас откроется окно и спросит, в какой архив загрузить, значит, в ту папку, из которой вы сюда загружали. Если нет, и он автоматически загрузится сюда вниз, как у меня, тогда просто нажмете здесь и выберите «Показать в папке», и он у вас будет по таким же названиям, но номер один. Вы можете его перетянуть на рабочий стол, чтобы помнить, где он у вас находится. Затем опять идем в наш кабинет на страницу Springboard и нажимаем последнюю третью ссылочку, чтобы отослать наш документ. Здесь, где name, вы опять пишете ваше имя и фамилию. Ниже пишите ваш email, который вы давали.
Priority выбираете high, то есть высокий. Затем ваш username, который вы давали при регистрации InfiniEye. Subject вы пишете NDA, то есть документ NDA. Затем его можете скопировать и здесь ставить или написать прописными буквами. Выбираем файл из той папки, куда мы тоже загружали. Главное, посмотрите, чтобы здесь было заполнено. Затем вписываем те цифры, которые мы здесь видим. И нажимаем кнопочку Submit Ticket. После этого вам придет на почту письмо. Ждите в течение 24 часов или 48, мы подтвердим ваш документ. Когда его подтвердят, вы уже смело можете запускать ваш пакет на Springboard.